Металлическая броня солидол. Меня опять плохо видно. Спасибо, свет. Спасибо всей яркости на этом свете, которая отбавляется у нас извечно. Ребят, не знаю, что будет дальше вообще с этим ютубом, потому что... А, ну и здрасте, приехали. Да? Здрасте, приехали. На F5 нажать надо было, да, аналоговый режим. Все, поехали. А, мы с тобой в прошлый раз танк уничтожили. Почему говорю сейчас про YouTube, про монетизацию? Все... Рацион. Все крайне пагубно. Ну, не то, что пагубно, не то слово подобрал. Все очень плачевно, с доходом колоссальным. Просто... Описать невозможно, насколько все, наверное, плачевно. Здрасте. 140-85, давайте. Сбербанк FM. Че, опять все зависло? Ну, ребят, ну в конце-то вы концов. Вы давно прикалываетесь, что ли? Вот тут, посмотри, что происходит. Вот они, ваши апдейты на Докстейшене. Ты видишь, что они делают вообще? Нет? Да, класс. Просто класс. Я не могу просто вот опять перезапускать игру, опять перезагружаться. Вообще, просто спасибо большое. О, неужели? В этом районе нельзя использовать оружие. Ага. А чё это такое? Почему это? Я запрограммировала наномашину так, что её нельзя использовать. Что? Какую наномашину? Ты говоришь? Ты забыл? Это же место, где они держат боеголовки. Ага. Ты не видишь их? Но я вообще-то ещё не успел. Но разве все с боеголовками? Да. Это всё демонтированные боеголовки. Класс. Они просто бросили их тут. Как и говорил президент Бейкер, тотальная безалаберность. Безалаберность. Ограниченные бюджеты, поэтому в средства массовой информации попадают только фальшивые сведения. Но ага. В действительности происходит то, что ты видишь. Наташа лучше разбирается в этих вопросах. Боеголовки в ящиках не имеют детонаторов, поэтому не могут взорваться. Но если их повредить, произойдет утечка плутония, что приведет к экологической катастрофе. А, плутоний вылетит, все понятно. Смей, не применяй оружие на этом этаже. Ладно, ребята, ладно. Нет, так нет. Давай, Мейлинг, с тобой позвоним. 140-96. Да, звонил. На Лафрадио. Хотел бы засейвиться в последний раз. Последний путь, как говорится, как последний раз. Миша, сказал Шекспир, большинство наших желаний лишены смысла. Это означает, что твои желания могут привести тебя к беде, если будешь неосторожен. Это касается предметов, тоже не будешь жадным, а то пожалеешь. Будь осторожен. Ну окей, подруга, как скажешь. Твои слова для меня, как говорится, как бальзам по моим ляжкам. Ну-ка. Все, ребята. Короче, мне говорят не взять оружие, что удивительно, у них же у всех оружие. У них у всех оружие, и можно его использовать, а мне нет. Спасибо, ребята. Опа. Здрасте. Ага, здесь можно спрятаться. Не, ну как вариант, если не использовать оружие, их вырубать сзади, как бы... Сплинтер сел, то, как говорится, в действии, тихо. Сплинтер сел в действии. Давайте, ладно. Давайте попробуем пройти так, без оружия. Упс, здрасте. Ага. А, он там на дороге стоит, да? Мне... Меня не пустит, наверное. А куда он меня пустит? Конечно, меня не пустит. Куда меня пускать-то? Все ракеты у нас с тобою. Сейчас посмотрим, давай, все ящики обыщем, посмотрим электронные гранаты, но ну, это здорово, конечно. Как бы, но вопрос-то в том, чтобы, наверное, просто не попасть по боеголовкам-то, это как бы не беда, наверное, трагедия-то, да? Здрасте. Чё это за звук? Да, братан, это у тебя в ушах жужжит, я тебе скажу. Как у этой. Ой, батюшки мои. Ну, здрасте, приехали. Опа, здрасте, здрасте, здрасте. Противогазные ребята. Наверное, это по железке, когда мы двигаемся, да, у него такой звук издается, вот он поэтому. Давай, сейчас мы нажмем на кнопку. Получим результат, как говорится. Главное, чтобы не по голове нам с тобой дали. Давай хоть куда-нибудь уедем отсюда, пожалуйста, чтобы нас с тобой никто не беспокоил.
Потому что я так чувствую... Ага. Здрасте. На этом этаже можем уже, в принципе, как я понимаю, вязать. Карта третьего левела у нас с тобой. Сколько всего карт левелов там было? 7-8. Арест-рум. Арест-рум. Можно открыть дверь, пожалуйста? Нельзя. Так, этому дверь открывается у нас тут, да? Это покакать, пописить нам с тобой можно. А, это у нас с тобой сральник, умывальник, все понятно. Пятый левел, не туда мы не пройдем. Хорошо. Давай третий левел. Здрасте. Никого нет, патроны только валяются. Шестые левела, ага, сюда не пустят, сюда не пустят. Опа. Конечно, это очень... Здрасте. Ты-то куда пришел? Тебя мы не звали. Иди в туалет обратно. Ладно, пускай ходит. Оглушающая граната. Оглуш. Гренка. Опа, присели. Да, это, ребятушки, Splinter Cell моего детства, так сказать. Опа, тихо. Он обратно, походу, в сральник пошел. Ну ладно, пускай. Сейчас это развернется, мы тогда здесь обойдем, посмотрим, потому что мне так кажется, что можно было бы вернуться обратно на ту базу. А на той базе у нас с тобой что было, ты помнишь? Я помню, у нас с тобой были возможности пройти. Опа, здрасте, ух ты. Ракета Никита. Ракетная Никита, ты прикинь, мы с тобой взяли ракетного Никиту, мы с тобой взяли. Никита. Оп, тихо. А все закрыто. Куда нам с тобой туда идти? Сюда идти? Пятый левел. А чё, мы с тобой... Так мы с тобой никуда пройти, по сути, не можем, кроме сральника, умывальника и здесь где-нибудь пройти. Компуктер. Четвертый левел. А-а. С тобой никуда не пройдем. Ракетного Никиту мы с тобой взяли. А почему нас женский сральник не пускает? Это по причине дезориентации нашего пола, я так понимаю. Но типа как бы мужик мужику в женский туалет нельзя, все дела... Что он здесь вообще увидел хорошего-то в этом туалете? Писсуары. Можно пописить, покакать. А, рацион. Прикинь, кто-то дошек, короче, кинул в сральнике. Ну, бывает что. Сейчас он сюда придет. Тоже пописить, покакать. А, он ко мне идет, да? Нет, он не ко мне идет. Пускай там постоит. А, то есть он, короче, у нас... Это у него, походу, инурез... Или цистит, я не знаю, какие там еще проблемы могут быть у него с почками, что он все время там что-то писает, какает. Что он там выливает, выливает воду какую-то. Как-то слишком долго писает. Слушайте, как будто целую неделю в туалет не ходил. Все, короче, доделал свои дела. Все, там у него все полилось. Кто не слышит, можете сделать погромче, услышали бы. Он уже перестал пить, можете громкость не прибавлять. Ага. Все, смыл умывальник. О, руки пошел помыть. Ты прикинь вообще, как игра-то разработана. Даже в Splinter Cell такого не было, ребятушки. Вы посмотрите. Вот он, реализм. Но вообще, как бы... Я иногда все-таки двигаюсь скороговоркой «хорошо быть кошкой, хорошо собакой, где хочу пописью, где хочу покакаю». Это в данном случае тоже не совсем у нас с тобой актуально, потому что нам как бы не дозволено вообще, в принципе, ходить в туалет в этой игре. Так, у нас с тобой здесь кто-то сидит где-то. Чё там? Звуки странные. У нас с тобой там сидит кто-то. Давай на что сделаем, давай сохранимся на всякий случай. Ты звонил, Змей? Прикинь, подруга, звонил, давай. Сотрудница колл-центра нам с тобой предлагает сохраниться. Конечно, сохраниться. Куда у нас с тобой без сейвов-то? Так, это у нас с тобой какие-то колонки или что такое, душевая кабина? О, здрасте. На электролизованный пол. Это кто у нас с тобой? Электро из Спайдермента появился. Данджер. Опасность. Газовая камера. Провода какие-то тут, кабеля. О, это ж походу игровой автомат. Давай включим Шафутинского. Там какой-то звук был странный. Ну-ка, что там говорят? Змей, осторожно. А? Сюда да. Пустили ядовитый газ. Ага. Находится под высоким напряжением. У
уничтожь переключатель высокого напряжения. Щит находится на северо-западной стене. Но как? Я не могу достать туда. Используй управляемую ракету. А, во, РДУ, говорят. Короче, я понял. А где она? РДУ. Это которая Никита? Никитину ракету завязать? Прикинь, во, сейчас Никита полетит. Смотри, 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 смотри. Опа, 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 па, трататишки, тата. Прикинь, прикинь. Что делают? Смотри, что делают. По ракете стреляют. А я правильно лечу-то? Да ты что творишь? Что такое Ш2? Это типа походу уровень моего кислорода. Слушайте, я, конечно, всякий бред встречал в играх. Смотри, как ракета летит. А что он так медленно летит вообще? Слушайте, такая ракета, если такие ракеты реально будут существовать в реальной жизни, с такие медленные. А, у меня Ш2, у меня заканчивается, короче, походу. Все, у меня, короче, жизнь, отбавляется жизнь. Все, у меня ХП мое, короче, потекло, поплыло. Все, задохнулись. Ага, все понятно. Я в своей жизни чего только не встречал, но вот кроме как вот угорать в этой игре, ребятушки, я вам скажу честно, у меня кроме как угара, наверное, вот в этой игре не напрашивается больше мысли ни на что, абсолютно. Вообще, по-хорошему, здесь можно было бы так чисто по логике вещей разбить стекло, но нет, разумеется, никто с тобой. Это, оказывается, кислород, короче, закончился. Нажми вызов. Да, это мы помним. Давай, короче, у нас с тобой, значит... У нас с тобой вообще по-хорошему... Говорит, ну я не могу, говорит, достать, говорит. Ну давай попробуем. Вообще по-хорошему сначала было бы выключить просто газ. Ну давай, ладно, уж так и быть, мы выключим. Вырубим сначала на электролизованный пол. Ага, вот оно как делается. Ага, так, полетела, пошла ракетка. Слушайте, я реально... А чё я сделал? А чё я сделал? Вообще здесь как бы провода рядом со мной находятся. Это мне нужно было какой-то баллон взорвать, я правильно понимаю? Смотри, ну сюда мы сейчас неправильно, да, её пустили, смотри, что сейчас сразу взрыв будет. Да-да-да, здесь сразу её взрывают. Давай, погоди, давай по новой. Короче, наш жидкий змей помер от артрита, от гастрита и ковида. Все понятно, короче. Ладно, ребятушки, сейчас мы будем думать. Давай мы сейчас с тобой... Знаешь, что сделаем? Мы сейчас с тобой поду... Баллоны. Баллоны. Где эти находятся баллоны? Давай думать. Никита. Давай, Никита. Джигурда сейчас полетит. Джигурдович. Еще разок давай. Запустим с тобой эту ракету. Так, сейчас мы с тобой слушаем. Еще раз нам говорят опять, да? А как же тогда? Подожди. А ракета, она... Все равно она, получается... Короче, Никита полетел у нас с тобой, Джигурда. Я не знаю, где такой надо было найти перевод. Как можно было так перевести игру? Я, конечно, все понимаю, но у всего должны быть какие-то границы. А может быть, смотри, вот это самое стекло, как раз-таки этот самый баллон... Этот самый баллон и находился, знаешь, где? То есть здесь расчет идет на что? На то, что мы с тобой сможем... вот этим самым Никиткой, короче, вынести. Вот у нас с тобой там пулеметы, которые не попадали по нашей ракете. Давай думать. Где могут быть баллоны? Мимо. Все, заканчивается кислород. Следовательно, что мы с тобой не успели? А, во! Ну да, опять он с тобой умер от ковида. Короче... От артрита, от ковида. Все, ладно, будем думать. Стой! У меня аж он... бродкаст вырубил ему этот звук, потому что его невозможно передать просто словами. Никакими нормальными человеческими. Еще разок, давай сейчас я буду думать. Когда думаю, так мы с тобой продолжим. Короче. Та-тра-ты-та-та-ра-й-де-тры-ры-та-ты-рин. Сюда что ли надо было, да? А куда... Вы что, стебетесь? А, можно было так сделать. Смотри. Мы с тобой могли, оказывается, оттуда вот даже выйти. Вопрос в том, просто куда надо было пальнуть.
мне показывает провода вот туда. Смотри. Опа. Короче, ракета сама ускоряется, когда мы перестаем ей управлять. Ну, смотри, вот так. Мяу. Смотри. Опа. Опа. Америка, Европа. Азия, Евразия, что за безобразие? Подожди. Во. Бабах. Хороший разряд пошел. Все. Все у нас с тобой. Электричество, так сказать, поломалось. Только мы с тобой, нам с тобой надо теперь отсюда... Эть, ну-ка. Выбежать, все. Нас с тобой там самое главное, чтобы теперь не траванули. Давай попробуем, знаешь, что сделать? Засейвимся мы с тобой. Мейлинг. Так, ладно, все хорошо. Значит, мы с тобой выяснили, что эта ракетница, она может еще заодно и взрывать наши вот эти вот пулеметы. Да, будь осторожен, обязательно, подруга, не переживай, все будет ништяк. Так, мы с тобой берем, давай. Пистолет. Так, движемся. Так, у нас с тобой открывается вход. Мы с тобой... Вообще, по-хорошему, как бы... В нормальных играх обычно дают... Ай, больно. Что это такое? Газ-маска. Во! Очищает воздух от ядовитых газов. И чё? Ну как бы я ее надел? Здрасте, кто там? Откройте. А чё оно? Это эксит, выход. Дайте, я выйду. Уважаемые! Все понятно. А, все, мы на выход пошли. А зачем, вопрос? Мы не могли ли туда пройти вообще часом или нет? Фриз говорит замерзнуть. Какой-то Фриз говорит замерзнул. Фриз замерзнул, если то, конечно, это плохо. Что сказать? Жаль тебя, братан. Тебе нужно. Есть неуязвимые места, Гир. Наверное, его держат в северо-восточной части этажа в лаборатории. Окей. Подруга. Змей, ты не можешь... Ага, ну окей, ладно. Не могу, так не могу. Сохраненка. Хорошо, подруга. Буду осторожен, как ты скажешь. Радар у нас с тобой что-то глушит. Нас с тобой никуда не пока. Завоет сейчас, скорее всего, будет какая-то видеоставка. Кого-то разнесли. Спасибо, братан, что помог мне. Кто-то, я не знаю. Но... Как бы, они просто отдыхают. Они... А чё такого-то? Как бы они... Выглядит так, будто они были... Лезвием, ага. И чё, это всё, что ли? Это призрак. Чё такое, братан? Ты как, нормально? Браток! Растёкся весь. Фамас, такой автомат и у нас есть. Чё-то говорит, дай, говорит что-то. Дай, отдай. Из них помидоры вытекли, посмотри, все, которые они поели на обед. О, это ж ты, я тебя помню. Мы с ним уже видели, как черно-белый экран. У нас с тобой видеокарта поплыла. А, это же Warframe. Здорово. Братан. Все, он куда-то ушел. Warframe ушел. Ага. Так, у нас с тобой карта появилась. Браток, ты как, нормально? А что у нас с тобой красное здесь светится? То он спит, что ли? Браток. А как мне с ним поговорить? Не, с руки разговаривать с ним... Толку нет. Всё, погнали, помчали. Какой у нас с тобой вариант только? Сюда к нему в гости идти, с ним пообщаться. Но я думаю, нам ничего не сделают, правильно? Какой-то офис у нас с тобой... Ученый какой-то. Кто это? Гарри Поттер? Обсикался, но бывает. Ну, конечно, ему стрёмно. Невидимый камуфляж. Кто ты? Кто ты, говорит? Где мой друг? Что? Какой твой друг? Батюшка, у него вторая лужа вытекла. Дрыс поляшком. Почему у него очки под цвет его... лица? Змейк. Ты тот ниндзя. Я ждал тебя, змей. Кто ты? А чё, Warframe-то от меня надо? Не враг, не друг. А так? Я вернулся из мира,
где из мира. Киборг-ниндзя. Джорджа Бёрд какой-то, какая-то птица говорит. Его зовут. Я устранил все преграды. Сейчас ага. будем биться не на жизнь, а на смерть. Ага. Зачем? Чего ты хочешь? У него прессак накачанный. У меня прессака не видно, к сожалению. Я хочу насладиться моментом. Ага. Что с этими парнями? Похоже на одно мое японское аниме. Ну да, на аниме. Только там какой-то челик вряд ли обоссывался, как ты, братан. Тебя. Что это? Месть? Это не совсем месть. Я буду драться до смерти. Не совсем месть. Только вообще его не поймешь, чем ему надо. Успокоиться. Я убью тебя. Ага. Или ты убьешь меня. Держи карман, Шерри. Нет никакой разницы. Да. О, в шкаф спрятался. Он может остаться здесь. А где лужа-то? Которая у него вытекла. Человек. Держись от него подальше. И что нам делать с ним? Драться, что ли? Дайте мне ощутить это. Дайте мне ощутить жизнь снова. Это перевод. Насас-то его. Смотри, что делает, а? Змей, ты не можешь победить меня с таким оружием. Это был намек? Мимо. А как тебя победить тогда-то, если я этим не могу? Давай другим побежу. Победю. Я победю тебя. Я победю тебя с автоматом. Или без. Какие гранаты? А, электронные гранаты. Это намек, понимаешь, нам когда с тобой какое-то оружие дает? Давай гранату ему электронную туда кинем. Никитку здесь нельзя юзать. Никитка! Никитка! Джигурдинский. Как он электронный называлось? Оглушает врага, на мета 7 брось. Против электроники. Опа. Попробуем, ну-ка. А, все. Ну и вот и все. Серьезно? Ай! Вы что, прикалываетесь? О! Ты чё делаешь-то? А чё тогда, с кулачищ надо его убить? Кулачищем по зубищам, ну-ка, браток. Сейчас я просто гренку ему еще одну закину, такую же. А если ему С4 подляшки кинуть, чё будет? Давай мы ему вот этого закинем просто сейчас. Смотри, сейчас его опять закоротит. Как тебя бить-то? Ё, что ли? Это все способы с ним такой борьбы? На руках? Автоматический патрон, 25 штук. Что такое? Да ты... Ладно. Мы с тобой обманку кинем ему. Давай ему еще одну обманку закинем. Обман. А чё он так долго ждет, чтобы мне вот оружие убрать? Я не понимаю, зачем? Не, оружием вообще он его тогда долго будет так пинать. Гранату ему подляшки закинуть, если только. Ну, то есть сейчас теперь опять обманку. Я чувствую, это реально этот процесс займет очень долго. У нас там очень много времени. Подляшки ему гренку закину. Давай посмотрим, что будет. А что ты вообще лол какой-то? Слушайте, это вообще какой-то... Ну, как бы у нас хоть рацион нам дает, это ладно. Но... Ты не можешь победить меня с таким оружием. Какой-то явный намек дает. То есть, что-то может быть какой-то... Каким-то электрическим патроном или что еще может быть здесь. Что как бы мы с тобой сейчас... Так что как бы... Как вот его замыкает... И сейчас он опять сел, сейчас опять встанет. Как бы... Нет, если мне оглушающие дадут, то ладно, патроны. Ладно, это хорошо. Ну-ка, давай. Что ты там? На-на-на! Давай думать. Автоматные патроны мне дают, а вот если оглушающую гренку не дадут, то это будет беда. А мне ее не дадут.
Знаешь почему? Потому что ее здесь нет больше. Оп, мимо, прикинь, как ты промахнулся, как ты лоханулся. Но он, если электрический, очевидно, что как бы Эми гранаты должны выносить такого. Как бы вот он сел, почему бы его еще не попинать немножко? Как с ним договориться надо, что с ним надо сделать? Смотри, здесь геймпад валяется, кто-то PlayStation 1 играл. Metal Gear играет Metal Gear, давай, металлический... Metal Gear играет металлическую броню! Ты что делаешь-то, не ломай PlayStation. Бумажками может его закидать по лещам ему, этим налоговым выписками надавать. А, во как можно было, оказывается, прикинь. Чё там такое? О, сейчас что-то будет посерьезнее. Ага. Тебя что-то раззадорило, да, походу, братан? Ты решил теперь без меча на кулаках драться. Там, ну, как мужик. А прикинь, как я тебя обломал-то. По мордасам ему надавали просто и все. А чё он думает? Чё, он крутой такой, что ли, что блок от меня поставит? Ему это не поможет. Все. Не работает, братан, твой блок. Оп, ты прикинь. С вертушки меня как решил уработать. А я ему с кулачищем. Давай, ну-ка. Чё дальше? Давай, какие сюрпризы? Быстрее схвати меня. Ну, если что, я тебя вижу. Как бы... А, нет, не вижу. Я пошутил. Здрасте. Прикинь. Ага. Инвизник. Не, надо было с самого начала. В прятки решил со мной поиграть. За шкафом спрятался. Думаешь, что я тебя не увижу, что ли? Не пойму. Слушай, все... Думаешь, что он меня за лоха, что ли, держит? Я не пойму. Серьезно? Что такое, братан? Желудок прихватило. А как у него имя? Яия. Ты чё? Ух ты, нормально. Яия его зовут. Ну-ка, Яия. Не поможет тебе, братан твой? Инвизные твои читы. Инвизник. Ой, неждантик. Я не понимаю, мазохист, что ли? Ах, ты ж какой. Наглец. Опа! Так, а что? Этот удар. Запомнишь? Серьезно? Ну давай мы ему под финалку просто обманку кинем под ляжки, под его, под обдрысценное, чтобы он не исчезал. Обломаем его. Сейчас обломается люто, смотри как. Прикинь! Нежданчик какой ему прилетел под ляжки под его. Давай ему последний нокаут, фаталити. Эй! Опа. Ты помнишь, змей? Конечно помню, братан. Поле битвы. Да, Battlefield я помню. О, все я помню. Неждан. Все, уработали. Прикинь, сломали. Ниндзяго. Ты че, братан, тебе плохо? У него инсульт, походу. Электрический. Ну а тебя. Все, фаталити. У него замыкание, походу, произошло какое-то. Братан. Тебе кажется плохо, наверное. Тебе бы поспать бы? Тебе поспать бы не мешало. Может, тебе к доктору бы обратиться? К психиатру? Я чувствовал это, змей. К мазохистиатру. Теперь ты меня вспомнил? Конечно, вспомнил. Такого вот, такого вот попробуй забудь, тебя а. Убили в Занзибаре. В Занзибаре? Чё за Занзибара? Бе чак какой-то, бе-чак какой-то, говорит. Чё за бе-чак? У него что-то голова закрутилась у него. Что? Не сейчас. У него какой-то приступ в мозгу. Сейчас, походу, тоже от инфаркта умрет. Меч курить надо было. Чё-то какой-то трей какой-то, меди сияе. Что случилось? Ну головой-то зачем биться о пол? Братан, это не поможет. Он кастрюлю пытается снять со своей головы. Братан, бывает чё. Все мы, как говорится, потерянные. Бываем. В этом мире.
Это прошло, говорит? Это конец? Что с ним такое? Сейчас, смотри, сейчас головой ударится об стенку. Да? Нет? А куда он растворился в небытие? Посмотри. Присел отдохнуть. Кто-то звонит нам. Здрасте. Серый лис. Серый лис. Этот ниндзя, серый лис. Это точно. Прикинь. Чепуха. Ты лучше меня знаешь, что он погиб в Занзибаре. Нет, ну по-моему, вот. Он жив. Хотя это кажется... Обломались вы, ребята, он не помер. Это произошло до того, как я вступила в медицинский отдел Фоксхаунда. Ага. Они использовали солдат для своих генетических экспериментов. Я не слышал об этом. Ну, вот теперь услышал. Мой предшественник Кларк занимался этим. Доктор Кларк? Да. Кларк, все знакомо какое-то имя. И где он сейчас? Он погиб во время взрыва в лаборатории 2 года назад. Ага. Да, так что с этими солдатами? Вероятно, по ходу исследований он решил использовать тела солдат, прибывших из Занзибара после провала операции. И это был серый лис? Походу. Он же дед, говорит. Но они оживили его. Они вставили ему прототип экоскелета и держали на медикаментах 4 года. Эксперименты. Все наши нынешние генные солдаты произошли от него. Это самое ужасное, что я слышал в своей жизни. Они использовали все виды генотерапии. Какая досада. Наоми, почему ты не сказала мне об этом раньше? Это секретная информация. А, ну да, мне не позволено знать секретную информацию. Логика. Логика всех баб. Наоми, что потом случилось с серым лисом? Что случилось? Он убежал. Головой ударился. Кастрюлю на бушку себе напялил. Ну, даже если это ниндзя серый лис, то возникает вопрос, каким образом... Никитка. Я знаю, он не знает, кто. Никитка! Гранатомет Никитка! Я не уверен, не могу. Он, похоже, собирается биться насмерть. Но он уже убился, по-моему, головой своей. Будешь драться с ним? Женщина, что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь. Похоже, мне придется. Ну а какой вариант еще остается? Не, ну раз он просит, почему бы ему и не раздать лещей, так сказать? По добру, по здорову. Давай, вылезай. Очкастый. Из них? Нет, я всегда работаю в одиночку. Нет, братан. И... В жилеточке. Какой, кто? Давай, выходи. Мы не можем оставаться здесь вечно. Давай, вылезай там. Хорош ты уже там сидеть, очкастый. Обсикался. Трусы поменял. Ваша форма отличается от их формы? Ну, конечно. Вы главный инженер Metal Gear Холл Эмерич, верно? Жидкий змей. Вы меня знаете? Конечно, знаем. Мне рассказала вас. Из-за тебя же игру сделали. Так вы здесь, чтобы спасти меня? Не сейчас. Есть проблема, которую я должен решить в первую очередь. Ага. Хорошо. По крайней мере, вы не один из них. Чё хромаешь-то? Вы ранены? Ты хоть бы ляжки потёр бы свои. Со мной всё в порядке. Немного вывихнул лодыжку, когда пытался убежать отсюда. А-а-а. Если это и всё, то не стоит беспокоиться. Я хочу спросить вас. Волосатый как это, знаешь кто? Как он, который волосатый такой был один? Да. Для чего он был сделан? Не Агутин, а второй там ещё есть такой. Это мобильная полевая ракетная защита. Ермулик. Предназначена для перехвата ядерных ракет только в целях обороны, конечно. Лжец. Я уже это знаю, по- что какая-то передвижная шагающая ядерная смерть. Ага. Ядерная? О чем ты говоришь? Прикинь. Террористы планируют использовать ГР для запуска ядерных ракет. Вы говорите, что не знали это? Он сейчас обсикается уже в третий раз. Они собираются установить демонтированную багеловку в модуль ракетной защиты? ПРЗ. В ракетной защите. Целью создания Metal Gear была возможность запускать ядерные ракеты, используя макет боеголовок. Террористы просто продолжили начатую вами работу. Нет, это неправда. Я слышал это от вашего шефа Бейкера. Нет. Ядерные ракеты на Рексе? Да. Ты действительно не знал? Прикинь-ка, обломали мужика. Нет. Все вооружение было сделано в различных отделах. Ага. Президент лично следил за сборкой главного блока. Президент Бейкер. Да. Я никогда точно не знал, чем вооружен Рекс. Мне известно другое вооружение Рекса. Например, я знаю, что было установлено рейл-орудие. Ага. Все с тобой ясно, братан.
Рейл Орудие, говоришь? Да. Рейл Орудие, он смотри, какой Metal Gear. Из Front Mission какой-то, металлическая броня со льдов. Хули они переводят как Никита, я буду переводить как металлическая броня. Чё они Metal Gear не перевели? Функция Metal Gear запускать ядерные ракеты. Вы уверены, что ничего не забыли? Это правда, что у Metal Gear есть реактивный модуль, в котором установлено 8 ракет, но вы сказали, что он предназначен для оснащения ядерными ракетами? Прикинь, даже сам главный инженер вообще ничего не знает. Вот что, не знаю, понабирают на работу. Да. Но это по объявлению. Если Metal Gear оснащен ядерными ракетами, тогда у террористов должны быть все необходимые данные. Но. Нет. Чё нет-то? Это невозможно. Да все возможно, братан. Все возможно. Metal Gear, сверхмощная лаборатория, работала над новыми типами ядерного оружия. Ага. Они использовали лазерную ядерную плавку, испытывая оборудование на суперкомпьютерах. Но. Таким сейчас. Образом, они создали новое ядерное оружие в лаборатории. Да, но ты не можешь использовать данные виртуальных тестов в бою. Им нужны реальные отчеты испытаний. Ага. Здесь находится несколько суперкомпьютеров. Во. Если их соединить, сейчас майнинг запустим. Протестировать в виртуальной среде, но это только теоретически. Это сделано для проверки реальных вещей. Походу. Мне вообще что-то кажется, что. Чем занимался наш президент? Если террористы запустят эту штуку. Черт. Чем он занимался? Он курил, потому что от инфаркта подох. Вот чем он занимался. Какой я дурак. Курение убивает. Опять у нас размытие, опять два яйца в глазах. Да сколько же можно эти видеоставки ваши? Что ее нет? Участвовал в проекте Манхэттен. А, его дед, короче, говорит. Рассказывает историю своего деда. Страдал комплексом вины всю жизнь. Время ошеломительных историй про моего деда. Родился 6 августа 1945 года. А ну-ка, чуть позже, когда война закончилась. По Хиросиме. Ага. Всевышний, наверное, пошутил. Три поколения семьи. Ага. Наверное, наша тяга к ядерному оружию записана в ДНК. И что, неужели у меня опять зависла игра? Да ну, хорош. Вы тралите? Ребят, ну запись идет, а FPS прыгает, а игра на месте остановилась. Серьезно говорю, я не прикалываюсь. Смотри, видишь, на месте все стоит. Слушайте, а я засейвился вообще? Вы что, серьезно? Ребят, ку-ку, простите, сипойте, 36 минут записи. Что за жесть, а? Что происходит с этой игрой? Боже, дай мне сил. Пожалуйста. Чё, мне заново Вы... Так, вот он рассказывал, короче, про своего деда. Плавку, испытывая оборудование ага. На суперкомпьютерах. Таким давайте еще разок. Новое ядерное оружие в лаборатории. В лаборатории новое ядерное оружие, это мы да, помним. Но ты не можешь использовать данные виртуальных тестов в бою. Им нужны реальные отчеты испытаний. Ага. Все понятно. Здесь находится несколько суперкомпьютеров. О, это вот, который для майнинга хотели завязать. Будет все протестировать в виртуальной среде, но это только теоретически. Это сделано для проверки реальных вещей. Задрыстанные все стенки. Чем занимался наш президент? Если ну, я там помню, что типа он. Черт. Черт. Бывает что. Какой я дурак. Это моя вина. Бывает. Сейчас он про деда начнет рассказывать, заливать нам, главное, вот этот момент, да-да-да. Правда в том, что... Ее нет. Мой дедушка участвовал в проекте Манхэттен. Сейчас скажет то, что родился в 45-м году. Страдал комплексом вины всю жизнь. Ага. Не, ну, простите, я не мог, короче, не проблем было. А мой отец... родился 6 августа 1945 года. Ага. В день удара по Хиросиме. Мы помним. Всевышний, наверное, пошутил. У нас дальше идет, давайте. Семьи. Наверное, наша тяга к ядерному оружию. Да ну, серьезно, опять на этом месте зависло. Короче, надо было видос просто пропустить и все. Ребят, мне опять сейчас в очередной раз, еще раз нужно будет гасить этого
Киборга. Класс. Короче, теперь я запомнил, надо будет видос просто пропустить. Видимо, он именно здесь что-то зависает на месте на одном, и все. И что хочешь с ним делать, то и не делай. Все понятно. Просто класс. А сейвиться я, разумеется, не успел, так что придется по новой. Третий раз гасить этого ниндзягу. Короче, я пропустил. Но меня просто использовали. Угу. Такое бывает в жизни, братан. Так бывает только в кино. Ну, да ладно тебе, не хныкай. Хватит слюни разводить. Соберись. Где давай, ты же боец. Металлическая броня, где она? Сейчас опять какой-нибудь видос, смотри, сейчас опять зависит все. Рекс находится на подземной базе. Ага. Где это? На север от коммуникационного центра, но туда далеко идти. А система поедем, значит. Предотвращающая запуск тоже там? Да, в центре управления базы. Ага. Лучше поторопитесь, если они планировали запуск, то их баллистическая программа уже завершена. Они не вызывали меня несколько часов, значит, я им больше не нужен. Иначе говоря, они готовы к запуску. Окей. У меня есть коды отмены запуска. Я с ней свяжусь. Если не сможем остановить пуск, то мы должны уничтожить Рекс. Так и сделаем. Да, собственно, я всё. Покажу тебе дорогу. С твоей-то ногой. Да ты пойдешь-то. Из меня ты не уничтожишь, Рекс. Ты мне не нужен. Мне нужны твои знания. Сейчас мой мозг вытащим, просто будет фаталити. Это мое право, мой долг разрушить его. Если появится шанс, попробуй исчезнуть. Когда все будет нормально, я свяжусь с тобой по рации. Как ты думаешь, я убегу с острова? Конечно. Если ногу вылечишь свою, да? На одной ноге ты вряд ли. Что еще? Я хочу, чтобы ты спрятался и информировал меня. Ты хорошо знаешь место, не так ли? Конечно. И не беспокойся. Я взял это. Что там такое? Оп, хорош. Ша, мне такую штуку можно через дать? Стальная технология, что и у ниндзя. Фоксхаунд собирался использовать ее. Но я в порядке. Если бы не больная нога. Хорошо. Но я хочу, чтобы Мэрил присмотрела за тобой. А мне такую дать технологию? Алло. Кто там? Мэрил? Мюрил. Мэрил, с инженером порядок. Уже легче. Присмотри за ним. Где ты сейчас? Очень близко. А. Она тут? О! Черт, они засекли меня. Сейчас бабища лещей отвесит. Все. Что произошло? Накрыли бабу. Вот что произошло. Что-то не так. Ты что-то слышал? Что это, музыка? Конечно, здесь всю игру саундтрек играет. Но... музыка Шафутинского. Она носила ту же зеленую форму, что и террористы. Ага. Слушай, сколько можно этих видеоставок ведь уже делать? Я не понимаю просто. Маскировка. Она выбрала очень правильную тактику для внедрения. Хорошая маскировка очень важна. Вы хорошо смотрели. Да, она очень хитра. Маскировка. Да. Можно было и без вот этих вещей, конечно, обойтись. Если она выглядит как враг, тебе придется контактировать с ней, когда она одна. Есть одно место, где это можно сделать. Где это? Ну? Не будь тупым. Что он там из кармана достает? Бери карту. Ага, карта, походу, 4-го левела, правильно понимаю? Уровень безопасности 4. Ага, спасибо. Повысили уровень безопасности нашей кредиткой. У тебя ничего не болит? Ты в порядке? Ничего не беспокоит? Почему ты вдруг так забеспокоился? Живот, может, прихватило? Все хорошо. Потому что все другие померли. Все, кого я спасал, внезапно гибли. Тебе не везет. Называй меня Атакон. Атакон. Соблюдающий обычаи Атаку. Атаку ребята, которые любят японские аниме. Атаку. А, Атакон. Япония впервые успешно изготовила двуногих роботов. Но Ванзеры из Фронт Миссин. Они до сих пор великолепно действуют. Японские мультфильмы виновны в этом. Да. Я стал ученым не для того, чтобы терминаторы. Так для того, чтобы свой аниме-мультик нарисовать. Я начинающий ученый, поэтому я хотел сделать роботов, похожих на японских животных. Это правда. Драконов, динозавров. Понятно. Это похоже на детский лепет. На детский, лепет. Ты прав. Мы должны взять ответственность. Науку кормит война. Величайшее оружие массового поражения было создано учеными, желающими прославиться. Но сейчас хватит. Я больше не буду убийцей. Отлично. Все, что мне надо, это информация.
Да. Я все знаю об этой базе. Задавайте любые вопросы. В маскировочном камуфляже я могу проникнуть в арсенал или столовую. Чего мне такое бы не дать? Если что нужно, скажи, я принесу. Окей, похавать. Дошек принеси, братан. Частота для связи 141.12. Увидимся позже. 41.12. Запомнить надо. Все, короче, он побежал куда-то. Ага, и куда-то в темноту убежал. Все понятно, короче, ребят, ладно, сохраняемся. Все, хватит. Разглагольствование. Он сохранил, надеюсь, все. 41.12. Давай. Прикинь, как вот можно так вот обзванивать вообще. Нет ответа. 141.12. Давай его. 15, какая там была? Да, все понятно. Ты волнуешься и замерил? Да подожди ты. 41. То ли 12, то ли 15 было. Во. Ты все еще не нашел, Мэрил? Змей, смотри, что как по-другому выглядит. Ты сейчас находишься, имеет один этаж над землей и два под землей. Ага. Проверите этажи. Окей. А, ну первый 131, 132. Все, ладно. Все, давай сохранимся. Мейлинг. Все, подруга. Змей, в Древнем Китае говорили, ученый? Да-да-да, все, я очень рад, что там что-то у тебя говорили. Ты лучше запиши мне игру, а все остальное уже не важно. Короче, ладно, ребяшки, на сегодня все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если еще этого не сделали, потому что у нас с вами очень большое прохождение, я так чувствую, будет. И хоть наконец-то мы с вами засейвились, все нормально прошли. Так что в следующей серии увидимся. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки, будет очень много всего крутого и не менее интересного. Огромное количество гайдов, летсплей, все классно, что на канале. Всем пока, до новых встреч, не переключайтесь.